эфире Кота Новости. Политика. Мурляндия объявила о наложении санкций на королевство Великих Кусей. В ответ королевство пригрозило ввести санкции. Находящиеся между ними Тапковые острова терпят ущерб. Общество. Верховный Мяусуд вынес приговор Молочку, сторонники требуют немедленного освобождения, так как не хотят переходить на сметанку. Экотомика. Акции шуршащих пакетиков быстро растут, конкуренты бьют тревогу и рекомендуют вкладываться в коробочки. Здоровье. Вакцина от приступов тыгыдык в 3 часа ночи прошла испытание, есть побочный эффект, желание кусать всех за пятки. Спорт. Достигнут новый рекорд по швырянию предметов с поверхности, никто не понимает, зачем это надо, но прикольно падает же. Погода. Барсик знатно покушал, ожидаются обильные осадки, вот тут-то рекомендуется приготовить лопатку. Новости от Алексея Совы, новости, которые мы заслужили. Не переключайтесь. Когда ты хорошо проводишь время с подарком, но он оказывается не для тебя. Грустный мяу. В Петербурге мужчина заказал пиццу и к заказу оставил комментарий с просьбой нарисовать на коробке котят для сына. Какая милота. Что там написано? Котята едят аккуратно. Прикольно. Пятерочка, ваш любимый супермаркет. В этом году вы были там 144 раза и потратили 33 178 рублей. Ваш любимый товар в 2020 году – пакет. Поделиться с друзьями. Это у нас у всех любимый товар. А я иногда со своим хожу. Есть же рюкзак. Кот Гварц. Кусь Финдор. Колбастерин. Когти Дран. Пуфик Жуй. Дома есть кошка, это прогнать с кровати, осознать ошибку, снова звать к себе, переживать, что не идет, извиниться и принести назад. Ты ранил меня прямо сюда, в мою мурчало. Маленькие прелести. Ручная маленькость. Обиженная маленькость. Помытая маленькость. Кофейная маленькость. Маленькость тьмы. Злая маленькость. Кото-география. Норвегия, Швеция, Финляндия. Дания. Если у вас сегодня был плохой день, просто посмотрите на этого милого котика в шапочке. Все будет хорошо. Говорит котик в шапочке цыпленка походу. Как объяснить коту, что культура выпрашивания корма при наполовину полной миске должна умереть? Кто пишет это, вы считаете, что миска наполовину полная, а кот считает, что она наполовину пустая. Кот ничего не считает, он просто требует полную миску. Никакой помощи в этом доме, все приходится делать самой, своими лапками. Нашли, блин, служанку, вот так заводишь человека, а он садится тебе на шею. И квартира вроде маленькая, но как начинаешь убираться, блин, пентхаус. Это известный владивостокский кот Симба. Он спокойно выдерживает и наряды, и фотосессии, и очень любит ходить с хозяином на рыбалку. А теперь меняет профессию. Удочку и рыбку он сменил на небо и вертолеты. Живет интереснее, чем мы. Мой парень увидел маленькую кроватку, и она ему очень понравилась. У него нет кота, поэтому он ее купил моему. Священный кошачий долг. Топ-топ-топ-топ-топ. Чё за... Уиу. Сильный независимый мужчина. Кто пишет? Наташ, вставай, мы тебе мужика нашли. Роскошный кот Сага и его извозчица. Слышь, вези меня. Нифига он большой. Или пушистый. Хотя одно другому не мешает. Не пойму, это скунс или барсук? Это меченый кот. Когда нанесла маску от раздражения, но тебя по-прежнему все раздражает. Кидалово какое-то. Нужно просто уметь радоваться мелочам. Какая же крутая веревка, а? Идеально упругая. Чесался бы об нее все 9 жизней. От души просто. Кайф. Из вычесанной шерсти кота сделал второго кота. Только Франкенштейна какого-то. Франкенкота. Это такая шутка, да?
Главное в жизни найти того, кто среди ночи вдруг скажет: «Сань, не спишь? Может, пожрем?» Почему он в такой позе стоит, как будто его кто-то руками держит под мышки? Так вот, кого видят коты, уставившись в пустой угол. Кому такой котеночек нужен? Сфинкс, 15 тысяч рублей. Отдам котенка в хорошие руки, а очаровашка к лотку приучен. Ссать по углам будете вы. Любовь существует. Ну, такую-то сиамскую даму точно надо шикарно одевать. Саш, поехали на шопинг, мне нечего носить. На вьетнамском рынке замечен необычный продавец рыбы. Кот Лепс. Я уеду жить во Вьетнам. Это я, когда пытаюсь увидеть, как отключается лампочка на холодильнике. Ты еще целиком, блин, туда залезть. Нельзя просто приложить глаз к холодильнику, ну к щели к этой, и попытаться увидеть, зачем башку туда засовывать. Что помогает людям чувствовать власть? Деньги, статус, когда кот из всех в комнате выбирает тебя, чтобы залезть на колени. Ну, это настоящее признание. Окорочка, какие замечательные окорочка. Жопа встала, место пропало. Ну все нормально, они просто по сменам работают. Не гоняйте, катаны, вы Наташам еще нужны. Инь-янь, идеальная гармония. Самые гармоничные бубенцы. Когда среди ночи захотел подрать диван и случайно увидел хозяйку. Твою дивизию, Натаха, ты опять жрёшь в 2 часа. Без меня. Состояние по жизни. Печеньки с какао. Вкусно. Песенка о самом важном. Я так счастлив, я так рад. У меня есть вы. Хочу сказать благодарю и говорю сожри. Сожри, благодарю тебя. Сожри, спасибо, что вы есть. Когда ты просто разговариваешь, и вдруг твое предложение рифмуется. Йоу. Друг, мне сегодня снился сон, как я летал, было так круто. Сны, которые снятся мне. Банкомат 24. Комиссия 8 рублей, на что жить, скажите. Когда у кого-то уходит больше минуты на то, чтобы ответить на твое сообщение. Назови причину, по которой ты меня презираешь. Учитель, включите камеры, я хочу увидеть ваши красивые лица. Я. А чё, нормальное лицо? Мам, ну что сказали на родительском собрании? Песенка о главном. Кофе и какао, и ничего не надо. Чашечку другую, медленно смакую. Кофе вкус чудесен, и какао нежен. Просто наслажденье, всё я за печеньем. Хдысь! Наступает ночь. Я... Булочки, пироженки, лимонадик, какао, картошечка, соленые орешки, шоколадка, чипсики. Я не кормлю кота 5 минут. Кот, ты чего наделал? Я одну из 9 жизней потерял. 6 моих особых навыков. Приветливость. Бя. Целеустремленность. Цель поспать. Волевой характер. Не ел вредного уже 5 минут. Решительность. Я потратил все денежки. Смелость. Смело подхожу взять свой заказ в Маке. Коммуникабельность. Привет, я, привет, я, привет, я, привет, я. У тебя есть какая-нибудь цель в жизни? У меня есть жрель. И я к ней гремлюсь. Когда у тебя дома живет черная жира. Не дыра, а жира, вы поняли, да? Мой горизонт сожрите и требует покушать. Говорить спасибо водителю автобуса. Спрашивать у водителя автобуса, как прошел его день. Предложить водителю автобуса подвести его. Я, как мне заработать больше денег? Школа, попробуй это. А квадрат минус b квадрат равно... понятно. Я когда осознал, что 720R на ютубе больше не помечено как HD,
720R, это же рублей. Как же я стар. Сколько бы я ни использовал свой смартфон, мне кажется, я никогда не видел его в своих снах. А правда, я вот не припомню. Ну, значит, не настолько уж они нам и нужны, эти смартфоны ваши. Я утром не хочу есть, я днем не хочу есть, я ночью. Хочу сыр-косичку. Не, кыр-сосичку. Я после того, как меня отстранили от занятий за то, что я сказал преподу, что микрофон включается нажатием Alt F4. У каждой победы есть своя цена. Я захожу на какой-то сайт и, не глядя, нажимаю соглашение. Рассылка с этого сайта следующие 30 лет. Привет, у нас выгодное предложение. Только для тебя купон на скидку 150 рублей при покупке от 1 000 000 рублей. Поспеши, не упусти свой шанс. Когда учишь домашку в учебнике и посреди параграфа тебе попадается картинка на поллиста. О, кайф, меньше учить. Да, я тоже всегда любил картинки в учебниках. Особенно истории. Препод, как искусственный интеллект может повлиять на мир? Я, пройдя Detroit Become Human. Эксперт. Ну, чтобы узнать, как искусственный интеллект может повлиять на мир, вы можете прочитать нашу книгу с Аленой, которая называется «Привет, мир». Она как раз-таки про искусственный интеллект. И доступна абсолютно бесплатно на Литресе по ссылке в описании. И если вы ее еще не читали, то переходите по ссылке в описании и прочитайте. И поддержите нас хорошей оценочкой и отзывом. Спасибо. 6 умножить на 9 плюс 6 плюс 9 равно 69. Мы достигли такого уровня, которого не должно быть. Так, стоп. А, так правда, правильно. Ну ладно. Ютуб, узнай, какая ты акула. Так, давайте же узнаем. Я в 2 часа ночи перед важным экзаменом. Детектив в сериале арестовывает преступника. Преступник, а что я сделал? Детектив разъясняет весь план его преступления. Преступник. А, это... Ну почему-то да, в фильмах так это все и происходит. Глажу кота после того, как поел жареного мяса или колбасу руками, чтобы ему было вкусно умываться. Ты жесток, лучше колбаски ему дал бы. Когда ложишься спать и понимаешь, что хочется пописить, но совсем чуть-чуть, и тебе нужно решить, стоит ли идти в туалет или ты успеешь заснуть до того, как приспичит сильнее. Иди в туалет, не откладывай на утро то, что можно пописить вечером. Вот такая вот мудрость. Потому что высок риск, что ты пописаешь во сне. И да, друзья, на этой прекрасной мудрости я предлагаю вам придумать прикольную подпись к этой картинке и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Все очень просто, бизнес есть бизнес. Лучшие из ваших комментов попадут в следующий выпуск. Не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, если еще не подписаны, и заценить другие мои видосы. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.